22 города, больше 30 телекомпаний и творческих коллективов, 42 ленты разнообразной тематики, от документалистики до игрового кино. Все это фестиваль «Берегиня». Один из конкурсантов – фильм московских документалистов «Моя родня». Главная героиня – 10-летняя девочка из России. Однажды она отправляется на родину отца, в Азербайджан. Там знакомится с бабушкой и дедушкой. Сможет ли она найти общий язык с новой родней из другой страны и как сложатся их отношения дальше, расскажет кинолента. Именно теме отечества, сохранению и развитию родной культуры, а также межнациональным отношениям посвящен кинофорум. Территория по морю, она испокон веку была интернациональной по своей сути. Да, первый торговый порт России. У нас здесь были, да, в городе, как вы знаете, да, и русская слобода, и немецкая слобода, и татарская слобода. И это на фестивале ощущается, да, что мы вообще-то единая земля, да, земля едина. Люди, в общем, должны жить в мире, в дружбе, в любви, в согласии. Архангельский край на фестивале представлен профессиональными телекомпаниями, школами и творческими коллективами. Участники осветили тему украинских беженцев и забытой северной глубинки. Например, журналист и режиссер Григорий Чухин на кинофорум представит документальный фильм о 7-летней Катюше из Шенкурского района. Она живет в семье с традиционным северным укладом. Семья моих друзей. Вот. И я каждый год, практически каждый год приезжаю к ним на Рождество. Эта идея уже была достаточно давно у меня поснимать, и вот как раз все так совпало. И получилось так, что я пробыл там 3 дня, и вот 3 дня съемок практически, да, без остановки. На «Берегине» будут демонстрироваться и внеконкурсные работы. Фильм «Мороженые песни» представит наша землячка Наталья Голышева. Сейчас она живет в Англии. В ее игровой короткометражной ленте главную роль сыграл актер Карл Джеймс Прекоп, который обещает приехать в Архангельск на премьеру. Еще один наш земляк – известный драматург Михаил Угаров – привезет художественный фильм «Братья Че». В основе сюжета – 1-летний день из жизни семейства Чеховых. Для постановщика это дебют в полном метре. Фестиваль «Берегиня» будет проходить в кинотеатре «Русь» 3 дня, с 5 по 7 декабря включительно. Любой желающий сможет посетить все показы бесплатно. Инга Швецова, Олег Ширяев, «Панорама Севера».